Ярославле продолжается ремонт дворов. Программа реконструкции разделена на три этапа. Первый, подразумевающий комплексный ремонт территории, завершен. Отремонтировано 35 городских дворов на 70 миллионов рублей. Второй этап программы более кропотливый, но менее затратный. Порядка 24 миллионов рублей на 150 объектов. Все дворы поделены на группы по принципу точечного ремонта. В одних требуется реконструкция тротуаров, в других — обновление асфальтового полотна картами или организация автопарковок. Больше всего работ пришлось на Дзержинский район. Около 70 объектов, меньше на пятерке – 6. Впереди третий этап – мелкий ямочный ремонт дорожного полотна. Также начали составлять список на следующий год. На сегодняшний день порядка 70% уже закрыты. Работы продолжаются. Я думаю, что мы до конца сентября месяца, с учетом погодных условий, полностью закончим все работы во дворах. Мы тоже для себя ставили планы максимально все выполнить именно в летний период, мы на сегодняшний день выполнили. Это дороги частного сектора, которые у нас в асфальте, это и улицы города Ярославля, это, в принципе, и дворы. То есть все, что запланировано, было выполнено.